Готовиться к рыбалке. Рыбалка это хорошо, но еще лучше собрать вот такой квадрик. Мы с Михой варили его всю ночь, вот раму сварили. Сейчас потихонечку будем собирать в кучу, да, Мишаня? Мишане нравится? А я красочек. Да. Вы увидите рождение нового китайского говна. Высерка мертворождения. Уже на колесиках потихонечку. Такой вот салатовый кузнечик. Размер у него, конечно, средний. Мотор бы туда какой-нибудь. V-образную двоечку. Кубов 400 хотя бы. И было бы классно. Смотрите, какой самец. Вот такая у него штука. Уже с завода идет. Тормоза все гидравлика. Мотор обычно 150-ка, как на дингах. Ну, не как на дингах, а как на дингах. То же самое все. Только шланги чуть длиннее получаются. Вот такие. Так выглядит на колесах. Такая оптика. Там даже что-то красненькое горит. Спустя... А, пошел второй день сборки. Короче, здесь, в этом квадрике, 170 или 180 кубов. Из достоверных источников. Смотрите, какая фишка. Это датчик скорости задней. Вот так выглядит панель. Теперь смотрите, я просто по железке поболтаю. Положу туда-сюда. Вы смотрите, что тут происходит. Вот мы едем. Представляете, какой космос здесь. Такая вот ерунда. Сигнализация, все дела. Так, где у нас? Вот, родительский контроль. Дистанционка. Все как надо. Три дня работы. Поверни на дверь. Собрали. Включай передачу-то. И полный газ встанет. Что-то он больше на трактор похож, да? Скоростей нет у него. Светодиодные фары. Скрип. Вместо копроломовой втулки поставили резиновую. Но оно там так у них. Что-то капает. Что-то капает, Миха. Идет что-то с него. Это же опять масло. Ну что, классный? Нет. Почему? Хрень едущая.
Не едущая хрень. А назад ты сдавал специально с пробуксовкой или это он так дергается? Собран, красавчик такой этот.